Люстрация. Многим госслужащим в Украине процесс очистки власти стал до боли знакомым. Сейчас люстрируют не только прокуроров и судей. Члены люстрационного комитета добрались уже до народных депутатов. Мандат уже не поможет, говорят эксперты. Под люстрационные запреты попадают 21 народный депутат этого созыва парламента. В основном это депутаты оппозиционного блока. Это Левочкин, Кивалов, Лукаш и так далее. Люди, которые возглавляли правительство в период Януковича и которые сейчас остались в Украине и хотят вернуться на руководящие должности. Однако ряд нардепов, которые подпадают под люстрационные ограничения, так просто депутатское кресло не сдают. Даже более активно отстаивают свои права уже в Конституционном суде. Они подали ходатайство. Активисты утверждают, если люстрацию не отстаивать уже сейчас, то все достижения постмайдановского периода могут быть уничтожены.